50-й. Да. Пожалуйста, остальные участники встаем здесь. Остальные участники. Сейчас, внимание, равняйся. Смена. Товарищ Зюнет, это Фаташ, физкультурный инспектор Ленинской области. Товарищ президент Ассоциации Фундаментального России. Участники массового марафонского заплыва, посвященного через образование через третью Ленинской области, построенные. Командующий парадом Вальцев Владимир. Сергей Иванович Морозов, поздравить вас с сегодняшним событием. Это действительно событие. Второй раз вы будете покорять нашу широкую прекрасную Волгу. Я желаю вам, чтобы 22 участника заплыли, как я уже повторюсь, 23. Я скажу очень кратко, мы 3 года назад открыли здесь сезон молодого плавания и открыли мост, президентский мост. И проплыли вдоль моста. Потом, когда здесь был Медведев, ему после этого губернатор Сергей Иванович Морозов показал фотографии и видеокамеры, и видеосъемки. Так. Направо, да? На подружку, шагом марш. Я не понял, это чудо.
Я
Там есть народ, вот туда, на угол берега. Ну-ка. Разворачивайтесь тихонечку, этот поход. Чего, поехали? Thank you.
Вот тебе. Ну это второй он плывет, да. Thank you.
Обходите, обходите!
Мне один портрет понравился его. Задели в разговоре, а он был обосновано. Вот это знаешь, когда в кадре нет ничего лишнего. Нормальный фон, ничего не перекрывает, как бы. Видно, что люди занимаются работой, ну, корреспондент, видеооператор, ну, все жизненно. Ну, блин, скажем так, и незаметно. Как будто бы это что-то на переднем плане. Ребята, на спину!
лапку бери, друг! Лапку бери! Коля, лапку бери! Ура! Где руки? Коля, где руки? Руки, руки вверх! Руки вверх! Молодец! Понес, поноси сюда! Комаров! Комаров! В таком виде. Чувица вырвала. Дорога не велеть. Вадим, вот такой гадюк. Наверное, заменили их, наверное. Заменили. Наверное, нет, а массовый когда будет прыгать? Посмотрите, затем. Он за Венерой искатил. Их нельзя раньше. А на где хочет поплыть? До берега? Да, а за ним кто просто? Олег, я. А мы сейчас этих планет. Венера пошла, Венера пошла. Салина смотрит на Венеру и зубами стучит. Две половчишки. Это морже девушки. Это самое лучшее с точки зрения организации. Ракетницу запускать будут, приготовься внимательно. Я сам видел это все. Наверное, что очень скоро, мне понравилось. И печка, и отопление, и панковый. Бабы, вон, красная куртка. Ну, конечно, даже стихотворение сочинили. И даже если ты меня обогрел, одежды не было полностью. Значит, одна, что в России жила синяя. Вот теперь у нас видишь, осталось. Приготовиться участник к массовому заплыву. Участник марафона финишировали. Запускаем вас. Конечно. Давайте, уважаемые, сколько? Кто не обгоняет, куда настоящий ракет? Ты муж, никто задел. Откуда вы не травмировал? Вон один парень. Только с борта не прыгать.
Пожалуйста, не сравнивайтесь, выходите с лестницы. Ура! Заканчивается марафонский забыв, посвященный 70-летию образования Ульяновской области и традиционному забыву президентского моста. Всем участвуют сильнейшие спортсмены России и Ульяновской области. Сейчас присоединяется массовый забыв все участники и представители Ульяновской области. Давайте снова поприветствуем, а вы с той стороны, любители здорового жизни, стреляйте, давайте, любители бега, который находится при Ульяновском университете под руководством Владимира Владимировича Вальцева. Дорогие горожане, подсоединяйтесь к здоровому образу жизни, молодому плавателю, догоняйте, борзуйте, не болейте, живите долго, счастливо, не всякое время. Холодная вода, есть все болезни, поднимайте на болезни, Венеру я снял. Собирайте борзуйте, поднимайте. Вот они, похлопали! Главное, дружба, и живой. Любовь, и хорошее настроение, и здоровье. Давай, стрелки, давай! Ура! Дымовухи, запусти! Благодарим руководство! Бросает в руки! Нашли кому давать, молодого плавания, который находится с нами здесь, на этих погоде. Все представители России, участников, знаменитых спортсменов, которые помогали, участвовали, поделились с нами опытом и надеемся, что и в дальнейшем будут проходить забывы и в Ульяновске, и в других регионах. Благодарим МЧС, корреспондентов, прессу. Всем желаем добра, здоровья, за хорошую работу. А это балкон. И все спокойно действуют. Это нормально, да? А? Да, нормально. И вашим, и нашим. Все довольны. Без потерь, без потерь. Там что, ну что? А вот здесь, вот, пожалуйста. Эй! Уронил. Спасибо.